Святой Акарат, да хранит меня свет твой, да ведет мудрость твоя. В окромешной тьме вступаю, душу мою ко свету направь. Святой Акарат, да хранит меня свет твой, да ведет мудрость твоя. Тихо! В окромешной тьме... Закрой пасть! Учуяли. Бежим! Брось его! Беги, давай, беги! Да он же сейчас помрет! На кой он тебе вообще сдался? Увидишь. Святой, да хранит меня свет твой. Да ведет. Эй, мудрость. На меня смотри. Все наше золото за той дверью. Нет, нет, я пришел сюда ради знаний. Бегут! Знаю. Сюда иди! Давай, сними печать. Открой дверь! О, пречистый свет! Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. Кровь укажет. Это какая-то бессмыслица. Кровь. Кровь. Кровь — это ключ. Кровь — это ключ! Что? Тут еще двое! Скорее! Идите! Я задержу их! Но! Так, тут написано. Кровь покорных должна... А, чтоб тебя! Ха! Сработало! Но он же там... Он уже не желез. Ну и нечего ныть. На троих делить-то оно всяко лучше. Золото точно где-то здесь. Считай. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных... Славься, славься, творец, славься, дочь, о, нет, 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 нет. Есть что про золото? Что там дальше? Это молитва, это ритуал, такое нельзя говорить. Хорош врать! Пошли сюда за кладом! Что это за место? Я не знаю. Может быть, это храм. Или склеп, это или... Это врата.
хранит нас. Ты ведет мудрость. Вы, конечно, тебе ступают. Лучше мою к цвету набрать. Из глубины бездны грядет твое избавление. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют. И кровь покорных. Приведет тебя домой. Святой Граал, да хранит меня святой, да ведет мудрость твоя в окромешке. Открой глаза. Да хранит меня свет, да хранит меня свет, да хранит меня свет, да хранит меня свет. Здесь нет света. Ты шел во тьму ради знаний. Да. И все эти знания здесь. Покорись. Прочти слова. Позови ее. Втроем они придут. Втроем твой путь откроют, и кровь покорных приведет тебя домой. Ненависти. Творец Санктуария. Слався. Лилит. Вечная Матерь, спаси нас.